Всем привет, меня зовут Дима, и меня очень часто спрашивают, как можно установить пользовательские карты в ZSCAPIS. Но для начала вам надо купить просто тупо лицензию, а после этого мы идем в Steam, открываем мастерскую Steam и ищем там ZSCAPIS. Как видите, есть уже целых 12 тысяч карт. Я думаю, много из этих карт реально достойные. Допустим, эта карта нам понравилась, и мы нажимаем просто тупо подписаться. Так, теперь мы нажимаем новую игру, заходим в пользовательские тюрьмы и нажимаем Downing. Ну и все, в принципе, эта карта у нас скачалась, вот она. И все, нажимаем играть. Ну вот, в принципе, все, вот так вот качаются эти карты, ничего сложного здесь нету.